Вот так дятлы расправляются с березкой. Кто-то тут серьезно поработал. Наверное, черный. Все в торту. Такая вот труха получается. После их работы активной. Вроде следов много от короедов. Наверное, наелись. И вот так вот середина. Всю середину у него выели. Хорошая была березка. Ну, в принципе, да, вот следы, допустим, где у меня рука. Тут короед ползал. Тут ползал. Покопаться, может, и я найду что-нибудь скушаю. Ну, кстати, интересно, сейчас поищу. Может, отковыряю какого-нибудь жучка-червячка. Ну, хотя после дятла, наверное, бесполезно. Они тут вон все основательно зачистили. Гора стружки, как на лесопилке. Все в труху. Да, дятел из меня не важный. Я тут все это бревно перековырял ножом. И вот только одного краедика нашел. Вот такую вот штучку дятлы вытаскивают и кушают. Наверное, очень вкусная. Но я пробовать не буду. Поверю дятлам на слово, что это очень вкусно. Вот такая штучка. Наверное, их было много. Раз дятел уж все дерево раздолбил. Ну, вот. Сейчас я вам покажу, что после меня осталось. Ну и вот тут дятел копошился. И я добавил, когда искал червяка этого. Ну, тут накрошил все дерево оставшееся, додолбал. Только одного червячка вытащил. Короедика. Пришлось все дерево разбомбить. Ну, интересно же, чем там дятел питается. Нет, червячок-то вот такой маленький. Ну, ладно, я его тут оставлю, может, какой-нибудь дятел придет скушать. Или синички. Мне кажется, все птицы будут такую штуку кушать. С удовольствием.